Привет, друзья! Я в Санкт-Петербурге. Сюда меня пригласило сразу две организации. Одна, про видео, которое мы сегодня будем смотреть, занимается роботами, а вторая — это, даже не то чтобы организация, учебная организация, почему нет? Физический факультет одного из университетов. Они занимаются технологиями, развитием технологий, и даже не просто так, а пытаются реализовать эти технологии как-то, может быть, даже на продажу. Но об этом видео вы посмотрите в следующий раз, а сегодня о роботах. А это штаб-квартира, так скажем, да, центральный офис компании «Робо» в Санкт-Петербурге. Он не очень большой, но здесь все необходимое для компании есть. Вот здесь, например, находится главный конструктор. Он занимается тем, что разрабатывает новые изделия, которые компания потом реализует в целях обучения или как вот по своей франшизе. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Цеха, если это так можно сказать, по сборке комплектов, по подборке того, что должно входить в эти комплекты. Вон там вот пайка, видно по паяльной станции. И шоурум, как вот эту комнату называют они сами. То есть, вот здесь вот сложены и собраны комплекты для начинающих, для самых. Тут уже можно что-то собрать. Здесь какая-то небольшая платка и все, что необходимо для этого. Машины для прототипирования стоят, собственные разработки, как меня уверили в компании «Робо». Вот сейчас одна из них печатает такого вот динозаврика, судя по тому, что я вижу на листе. И вот нам один уже логотип тоже распечатали, наш небольшой, почему-то зеленого цвета. Как компании логотип зеленого цвета, поэтому они все печатают в зеленом цвете. Ну ладно, это на их совести пусть будет. И вот еще здесь нам сказали, что подарили Promobot. Помните, я вам рассказывал как-то в одном из выпусков. Эта компания Promobot там еще сделала робота очень похожего, прям копию, конечно же, они сделали, Арнольда Шварценеггера, за что Шварценеггер их очень долго пытался там привлечь какой-то ответственности, был судебный процесс, я уже забыл, чем это дело кончилось, но вот эта самая компания тоже поставила им для того, чтобы они показывали и их разработки в том числе. В общем, это основные помещения, которые располагаются в штаб-квартире. Здесь не происходит самих вот этих вот процессов, о которых мы будем сейчас разговаривать. Да? Здесь вот только люди, только вот руководство. И съездим мы на производство. Здесь же в Питере есть производство компании «Робо». А пока давайте перейдем к тому, что же собой представляет эта компания и чем они занимаются вообще. Образовательная робототехника. Вот что это и зачем это нужно вообще? Образовательная робототехника – это комплекс методик по обучению, как это ни странно, робототехники. Образовательная робототехника отличается от промышленной робототехники, наверное, тем, что она в упрощенном виде дает понимание того, как работают промышленные роботы, и оно позволяет понять в целом сферу индустрию в таком зачаточном состоянии, для того, чтобы понять, хочется тебе туда идти или нет, и для того, чтобы получить первые какие-то базовые навыки для того, чтобы уже заниматься промышленной робототехникой в целом. Сегодня робототехника – это, наверное, как программирование лет 20 назад. Или как в свое время, грубо говоря, пайка, то есть работа со схемами. То есть есть сфера, индустрия, которая развивается, есть энтузиасты, которые с этим работают, но при этом между энтузиастами и людьми, которые там где-то правым ухом слышали о том, что такое робототехника, есть пропасть. Такая пропасть возникает всегда, то есть когда возникает новая сфера. И, собственно, образовательная робототехника старается заполнить эту пропасть, то есть стать таким мостиком между просто заинтересованным человеком или даже не заинтересованным человеком или ребенком, наверное, да, и как раз-таки энтузиастами, чтобы туда каким-то образом попасть. Зачем все это необходимо? Здесь на самом деле вопрос очень обширный, большой, потому что сама по себе робототехника, она состоит из трех направлений, но на начальных этапах. Это программирование. Как мы объясняем, программирование — это мысли, которые вы даете роботу. Да? Это схемотехника. Схемотехника — это такая нервная система робота, которую мы тоже создаем. И 3D-моделирование, то есть когда мы навешиваем на робота его тело. Таким образом, мы занимаемся каждым из этих трех направлений, но по итогу мы с детьми стараемся создать устройство, девайс, то есть робота, ну, настоящего. И для детей это очень важно, потому что они могут применить навыки, которые они получили в школе. То есть, ну, мы очень часто слышим, что зачем вам математика, физика, вы это никак нигде не применяете. А здесь, например, вы приходите в класс робототехники, вы начинаете работать с сенсорами. Сенсор — это что? Это устройство, да, которое позволяет получить информацию из окружающей среды. А как мы получаем информацию из окружающей среды? С помощью физических законов, процессов и явлений. Но просто для нас тепло и холодно, но для градусника это конкретное число, то есть мы, ну, видим какую-то шкалу. Для сенсора то же самое, он говорит какое-то число, и вот дальше мы уже можем интерпретировать это число. То есть, опять же, здесь очень много таких вещей, которые коррелируют с нашей жизнью. Например, вы идете к светофору, видите красный свет, стоите, зеленый идете. С роботом то же самое, только он не различает цветов, он видит длину волны, или он видит, например, яркость, интенсивность сигнала этого светофора. То есть, получается, у нас здесь идет такая связка абстракции и опыта. То есть в школе очень часто нам дают абстракцию, особенно это видно на русском языке или на математике. Это, ну, очень странно, что я сказал русский язык, но по сути язык — это тоже абстракция, да? И абстракцию всегда хочется куда-то применить. Абстракцию саму по себе понять очень тяжело. И вот как раз-таки робототехника позволяет вот абстракцию, например, физическую, да, или математическую, положить на готовое устройство, которое будет выполнять действия, которые вы ему задали. Или, например, самим построить устройство по их желанию. И здесь получается очень хорошая связка. Это первое. Второе, зачем это необходимо, это профориентированность. То есть робототехника, как я уже сказал, она совмещает в себя довольно много направлений. Если мы будем дальше копать, то там пойдет и мехатроника, механика, и довольно-таки много таких прикладных или фундаментальных вещей. И у вас будет просто шанс, занимаясь робототехникой, понять, что вам нравится. Например, у нас очень много ребят из робототехники уходят в 3D-моделирование, потому что они начинают клепать детали к роботам, потом такие начинают делать домики, накладывать какие-то текстурки, что-то еще, и потом мам, я вот как-то перегорел робототехникой, но вот я хочу стать 3D-моделером. Вот. А есть наоборот ситуации, когда приходит человек, который занимался всю жизнь какими-то девайсами, устройствами и загорелся робототехникой. Особенно в среде преподавателей это очень часто бывает. Ну, то есть я обучаю преподавателей, ко мне приходят учителя музыки, ИЗО, и они очень часто загораются какой-то новой сферой идеи и вот начинают заниматься робототехникой. И профориентированность как раз-таки... Это тоже очень важно, особенно на этапе между школой и университетом. Да, вот как я уже говорил, что большая пропасть между наблюдателем и специалистом, потому что вот нужно пройти не только этап обучения, да, но еще этап мотивации, то есть принятия решения. И зачастую многие недооценивают этот этап, именно мотивационный. Потому что для ребенка принять решение иногда гораздо сложнее, чем просто-напросто учиться. Многие просто переходят в вуз, перегорают, потому что это не их, и уходят. Здесь робототехника тоже какую-то роль может сыграть. Ну и последнее, зачем еще нужна робототехника, это будущее. Как бы это странно ни звучало, но робототехника развивается. Да, то есть, ну, состояние не важно, важна тенденция, да, то есть, особенно для ребенка. То есть, если взрослый человек еще может выбирать там свой жизненный путь по состоянию, то когда ребенок выбирает или вы выбираете за ребенка путь, вы должны рассматривать тенденцию, причем не краткосрочную, да, а длинную тенденцию. И здесь робототехника тоже может сыграть хорошую роль, потому что индустрия через 5-10 лет будет гораздо более развитой, чем она сейчас, хотя она сейчас развивается и, как вы, кстати, сказали, что довольно развита. Для того, чтобы обучать детей, нужны взрослые, которые обучают детей. Я сам по себе методист, и моя задача не обучать детей, я обучаю взрослых людей. То есть я обучаю людей, которые хотят сами по себе обучать детей. И формально здесь, да, мы обучаем по большей части взрослых, которые потом уже будут обучать детей. Но если взрослый хочет прийти заниматься робототехникой, пока мы к этому не готовы. Работа с детьми и работа со взрослыми — это разные вещи. И если обучить взрослого работать с ребенком, это нам по силам, мы этим занимаемся, стараемся, то открыть курс для робототехники для взрослых пока что мы думаем над этим, но пока к этому не готовы. Была интересная история, ко мне пришла на обучение женщина, Вот. Я очень часто спрашиваю людей, ну, зачем вам это надо. Вот. И она рассказала историю, вы знаете, у меня сын начал собирать какие-то вещи дома, и мы его каждый вечер отправляли на огород летом, чтобы он закрывал теплицу, а утром отправляли, чтобы он открывал. Ему это все надоело, он что-то смастерил и сделал так, что вот каждый раз, когда солнце садится, вот, форточка закрывается в теплице, а потом открывается. Перестал ездить на огород и сидеть в компьютер играет. Я пыталась к нему подойти, спросить, а вот что такое, ничего не поняла. И тут увидела объявление, что нужны преподаватели по робототехнике, и подумала, что вот надо прийти и понять своего ребенка. Вот, и теперь она преподает робототехнику самостоятельно. То есть, но все равно не получится взрослому уже человеку, скажем, за 20, прийти и стать специалистом в области робототехники. То есть это все равно больше такая вот подготовительная группа, так скажем. Да, пока это подготовительная группа, пока для взрослых, вот как говорят, контента нет. Что вы делаете конкретно, какие у вас дети делают, каких у вас роботов, что эти роботы умеют и на базе чего все это происходит? Хорошо. Давайте начнем с того, на базе чего. То есть у нас есть инженерный класс. То есть, грубо говоря, это такой комплекс, в который входят различные устройства. Это тележка, это лаборатория, это различные 3D-принтеры, это вот система прототипирования, например, и многие другие девайсы. К этому всему оборудованию есть методические рекомендации, то есть методики на 5 лет обучения. И, собственно говоря, вот это вот то, что получает класс. Дети первые 2 года занимаются просто обучением. То есть они получают, как это классическая модель, знания, умения, навыки. Да? То есть они учатся программировать, моделировать, они работают с различными электрическими схемами. Но потом начинается 3-й год обучения, и они начинают делать свои проекты, участвовать в конкурсах. То есть они уже разбиваются по командам, начинается проектная деятельность, дети начинают делать манипуляторы самостоятельно, они начинают делать свои тележки, которые перемещаются по различным линиям, они начинают использовать свои собственные датчики, ну не свои собственные, они там берут где-то датчики, ставят их на своих роботов и работают. И огромное количество проектов, такие как умная теплица, то есть сейчас, например, интернет вещей очень сильно развивается, мы тоже в этом направлении идем, и дети очень часто кооперируются в команды для того, чтобы каждый взял какую-то роль, например, в умном доме или в умной теплице, и делал свою часть. То есть доходит до того, что в команде, например, есть ребенок-дизайнер, который продумывает просто внешний вид каких-то там помещений, вот, а другие ребята там уже с технической точки зрения пытаются это все дело реализовать. Ребенок, обучившийся у вас, может ли самостоятельно уже сделать какую-то коммерческую, допустим, модель для умной теплицы, для умного дома? Потому что то, что мы видим в магазинах, оно все, в общем, довольно простое. И то, как вы описываете процессы, то, что у вас получается у детей, я начал это понимать как то, что он может все-таки это сделать, если начнет уже в каких-то не в промышленных, да, оптом закупать какое-то оборудование необходимое, или это получится дороже на тех платформах, которым вы их обучаете и так далее. Когда я говорил, что мы с 3-го года обучаем уже командной работе, это было неспроста. Поскольку создать систему промышленную для умного дома, продуманную с точки зрения дизайна, интерьера, с точки зрения всех коммуникаций, подключений, одному человеку в целом достаточно проблематично. Поэтому зачастую как раз-таки дети, когда работают в команде, они уже определяют свою роль. Дальше они начинают эволюционировать. Да? То есть кто-то, например, может определить себя как предприниматель и начать какие-то разработки. В одиночку он может сделать максимум какое-нибудь устройство, скорее всего. Но опять же, гениев много. Я не могу отрицать того, что появится там наш собственный еще один там Эйнштейн, Илон Маск или кто-нибудь еще, который просто вот в одиночку начнет все это дело изобретать. Но в основном это дети, которые идут уже в готовые компании, но на те должности, которые вот, приоритет, интерес к которым у них появился заранее. То есть за этим это и нужно. Еще очень интересно наблюдать за тем, как дети идут на конкурсы. То есть у нас есть конкурс IT-проектов, у нас есть Scratch-олимпиада, у нас есть огромное количество конкурсов, и там как раз-таки выставляются проекты, на которые любо-дорого смотреть. Но опять же, это прототипы, и для того, чтобы прототип довести до ума, необходимо самому ребенку финансирование. То есть бывает такое, что он сам может собрать что-то вот из подручного материала, но это никто не возьмет, потому что, во-первых, штучный товар нельзя сделать дешевым, я думаю, ну, такая очевидная вещь. Второе, одна голова хорошо, да, а конструкторское бюро лучше. То есть, когда несколько человек все-таки работает над проектом, его можно и удешевить, и сделать улучшенный дизайн, и как-то оптимизировать. То есть, тут второй такой вариант. Поэтому, собственно, мы и проводим, и участвуем во всех мероприятиях для того, чтобы, во-первых, детей знакомить друг с другом, нам друг с другом знакомиться, потому что мы такие же абсолютно. То есть, мы смотрим, как кто-то что-то придумал, и мы, сломя голову, бежим и «А, что это? А где? А как вы это сделали?» и так далее. И вот у детей то же самое. То есть, отвечая на ваш вопрос, это все реально. Ребенку реально создать систему умного дома, но при работе в команде и при наличии финансирования. Второй вопрос по поводу того, что дорого это будет или нет, как это говорится. Для того, чтобы производить много, нужно много продавать. А для того, чтобы много продавать, нужно много производить. Но поначалу ты не будешь много производить, потому что денег нет. А чтобы деньги получить, надо много производить. Но здесь могут помочь на самом деле институты, которые сейчас создаются, то есть которые отслеживают стартапы, отслеживают проекты. Мы вот один из таких проектов, которые отслеживаются. И, например, многие институты развития нам помогают. Ну, вкратце, институт развития – это такое учреждение, да, которое видит необходимые для государства предприятия, маленькие, небольшие, и эти институты стараются их развивать. То есть они помогают с документами, они обучают, они помогают с экспортом, помогают найти какое-то производство и так далее. И вот наша тоже следующая задача, как мы, по крайней мере, видим, то есть сделать какой-то акселератор. То есть, когда вот приходит ребенок, у него есть проект и так далее, и вот совместно с институтами, совместно с различными предприятиями, чтобы этот ребенок не потерялся, чтобы, если это действительно важная, необходимая вещь, чтобы мы смогли не пропустить. Это очень важно. Это важно как для нас, так и для наших выпускников, потому что, ну, вот у нас успех, он в чем, да, в том, чтобы как можно больше студентов, как можно больше детей нашли себя в жизни. Из не самого обычного, что здесь мне показали, это вот нейроинтерфейс. То есть, естественно, надевается на голову, то есть вот тут налобные доли, и заземляется на ухо. И вот той вот робоплатформой я сейчас попытаюсь управлять. То есть движениями головы вперед-назад я управляю, соответственно, ходом самого устройства. То есть чем глубже я наклоняю, тем быстрее он едет, как я понимаю. А вот захватить, у меня не получается. То есть захват я как раз управляю, так сказать, силой мысли. Должен, по идее, был бы. Но вот сейчас. О, получилось. И... То есть сейчас я думаю о том, что он должен захватить вот эту вот самую крабика, да, сжать. Стой, 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 стой. И... Ну-ну-ну, но это должен быть натренированный человек. Вот серьезно, я просто с одним таким нейроинтерфейсом связывался когда-то, и тут, конечно, нужно привыкать. О, вот получилось. Стоп. Как его запрограммируют, так и будет. То есть здесь еще можно сделать, ну, все что угодно. Он может ездить благодаря тому, что вот мы как бы думаем, да, улавливает альфа-волны нашего мозга. А тут вот в данном случае запрограммировано то, чтобы сжимать клешню и разжимать. Все остальное несколько сложнее будет для того, чтобы вот об этом так... Ну, давай. Не получается. Но нет, получается, но пока очень плохо. Естественно, к этому нужно привыкать. Но такие штуки тут тоже делают. Если мы разговариваем уже сейчас о финансировании, кто финансирует вас? Либо вы зарабатываете с помощью того, что вот с помощью обучающих программ, либо у вас еще какой-то источник заработка. Мы прямого финансирования. Да. Да. Мы зарабатываем тем, что у нас есть три направления. Да? То есть это направление клиентское, направление для бизнеса, направление для государства. То есть мы, как российская компания, все-таки очень хотим работать с российскими школами, и у нас периодически это получается. То есть в 2019 году, например, был хороший грант от Приморского края. Мы туда поставили 70 с чем-то классов. То есть, и поехали потом все туда для того, чтобы обучать школьных учителей. И это было очень интересно не только потому, что ну, поставить классы как факт, да, но и интересно было посмотреть, к чему это приведет. И вот сейчас, в 2022 году, мы получили информацию, что успеваемость у детей увеличилась по математике, физике, информатике. Мы видим, что учителя создают свои собственные программы, которые соответствуют школьной программе по робототехнике. То есть у нас есть несколько прям примеров, как учителя уже сами разрабатывают свои практики. Это очень здорово. Потом участие Приморского края в олимпиадах, оно увеличилось в разы. Потому что у них есть оборудование, они знают о робототехнике, у них стоят робоклассы, и количество людей, которые участвуют в олимпиадах, в конкурсах, просто-напросто увеличилось. Идем во всех направлениях и зачастую существуем на гранты, существуем за счет франшизы, ну и чуть-чуть существуем за счет… Франшизы своей? Да, у нас есть франшиза, то есть каждый человек может прийти к нам и купить робокласс. То есть что это такое? Это набор методик, это набор оборудования, это набор помощи, поддержки как технической, так и методической, и он может открыть свой собственный клуб. Это работа, грубо говоря, готовый бизнес. То есть если человек в любом там городе или где-то еще захочет открыть свой робокласс, он может купить франшизу. И у нас таких франшиз очень много. 23, по-моему, страны и огромное количество городов в России. Вот. И принцип работы по франшизе всем нравится, потому что ну, вы отчисляете небольшой роялти, да, за то, что вот есть поддержка, методики и так далее, и делаете единовременную покупку вот этого всего оборудования методик. И дальше уже сами собираете детей в группы, обучаете их. Педагогов мы обучаем сами, потому что ну, нельзя не обучать педагогов робототехнике, потому что они должны быть квалифицированы. Оказываем поддержку, оказываем различные вебинары, устраиваем по увеличению квалификации. У нас есть платформа специальная, LMS, и мы на нее выкладываем различные дополнительные курсы. Большинство бесплатно, потому что ну, для повышения квалификации это необходимо. Появляется, например, новый какой-то раздел учебный, да, ну, мы просто вот его выкладываем для того, чтобы учителя его посмотрели и уже дальше пошли обучать. Опять же, мы все-таки робототехника, и робототехника включается в такой более-менее IT-сектор. И тут очень важно понимать, что в IT честной конкуренции сейчас, ну, практически нет. Ну, в качестве примеров я вам уже говорил, да, что есть, например, условная страна А, где есть компания Б, и страна А для того, чтобы компания Б развивалась за пределами страны А, она просто-напросто дает огромные гранты этой компании для того, чтобы эта компания бесплатно поставляла свое оборудование там в страны С, Д и В, да, вот я так условно говорю. Ну вот. И есть, например, мы, условно, эти компании, которые куда-то приходят и показывают оборудование. Оно может быть лучше, хуже. В принципе, тут как бы хотелось бы, чтобы это был рыночный лоток, да, где вот просто ходили люди и выбирали без каких-то либо предубеждений. Но когда вам приносят что-то бесплатно и, с другой стороны, есть только платные варианты, то вы уже не рассматриваете по большей части плюсы и минусы каких-то систем, вы уже не работаете в нормальной конкурентной среде, да, вы просто берете то, что бесплатно. Потом то, что бесплатно, оно станет платным в любом случае, но у вас уже это есть на руках, и вы уже никуда от этого не денетесь. То есть вам переход вот с этой условной продукции куда-то в другое место будет очень тяжел сам по себе. В этом плане тоже довольно интересный пример с LEGO, да, что LEGO вроде бы ушло из России, но когда вот мы приходим и говорим, что, ну, ребят, вот отечественное производство оборудования, смотрите, вот оно есть, вот оно делает там то же самое, что и LEGO, и есть там 5 лет обучения. Нужно уточнить, что LEGO тоже делает каких-то роботов, да, обучающих. Да, конечно, они, наверное, самые, ну, сильные в целом наборы делают по робототехнике. И просто говорят, что ну вот пока работает, ну да, поддержки нет, там, ну ничего страшного, мы там переживем как-то, вот это все. То есть тяжело отказаться от этого. Вы, когда мы знакомились, сказали, что вы поставляете что-то в Японию, ну то есть в какие-то другие страны, в том числе в Японию, и у меня вот что вы можете такого поставить, чего нет в Японии? Они же такие вот самая роботизированная, наверное, страна. Как может быть российская какая-то робототехника, вообще может ли она существовать отдельно от мировой, на основе чего она вообще собирается, и что вы можете предложить той же самой Японии? Вот. Ну тут очень интересный вопрос. Японии мы можем предложить методики и знания, и мы можем предложить конкретный подход к какому-то возрасту. То есть, как я тоже вам писал уже, робототехника в Японии, она там в условном 2025-2026 году уже сейчас находится, но есть очень большая пропасть между наблюдателями, те, кто ничем не интересуется, да, и людьми, которые там работают. И вот есть, например, школа, да, то есть, если университет условных робототехников готовит, то школа здесь, ей очень тяжело двигаться, то есть система образования, она не только у нас инертна, система образования инертна везде, да. И как раз-таки мы заполняем вот эту вот школьную часть, то есть мы готовим детей, профориентируем их, даем им какие-то базовые навыки конкретно вот в этом возрасте, да, то есть начиная, например, с 5, заканчивая там 15 годами. Вот этот возраст как раз-таки по себе во многих странах, в том числе и у нас в системе образования, он очень медленно трансформируется. И в этом плане вот мы очень хорошо зашли с методиками, с навыками и так далее. То есть я бы не сказал, что там в Японии не могут произвести такого же робота, который можем сделать мы, но мы уже разработали 5 лет методик, которые работают, которые подтверждены, которые показывают себя. У нас есть конкурсы, олимпиады, в которых можно участвовать, подтверждать свою квалификацию. И раз это работает, и это видят люди, что это работает, то они это и берут. То есть, ну, Япония – это не единственная страна, в которой есть российская робототехника. Есть Таиланд, есть Китай, есть Финляндия, есть Вьетнам, ну и там еще есть несколько стран. Это, конечно, небольшие промышленные, но это прям не очень большие масштабы, то есть можно гораздо больше войти в эту страну, но это уже что-то. Это доказательство того, что, во-первых, это все работает, во-вторых, что это нужно, и в-третьих, что мы вот попали в нужный диапазон возрастов, который может выбрать, который хочет выбирать. Ну так что же вы в итоге-то используете? Какие микроконтроллеры, там какие-то, может быть, что-то уникальное свое, или все-таки так российского-то не особо у вас? Ну, у нас полностью российское производство, и комплектующие сейчас тоже все российские, кроме, конечно, ядра. Ядро — это микроконтроллер. Но микроконтроллер у нас, поскольку мы топим за open source, топим за все открытое, у нас в основе лежит на данный момент микроконтроллер Arduino. Arduino основан на таком техпроцессе, который сейчас в России при российских предприятиях можно создавать. И плюс ко всему Arduino — это свободная лицензия, то есть, ну, она произошла в Италии, да, как мы все знаем, но ее по большей части производят в Китае. Это свободная микросхема, грубо говоря. То есть вы покупаете эти микросхемы сейчас в Китае, да, сами Arduino. Да, но очень важно, если вдруг поставки прекратятся, то мы можем здесь их производить. Просто для того, чтобы производить здесь микроконтроллер или микрочип, что угодно, необходимы большие партии. Но если мы соберемся вот большой-большой кучкой, да, и сможем все вместе вот выпросить там, я не знаю, миллион микроконтроллеров, вот сделать заказ на миллион, тогда они будут настолько дешевыми, что нам не потребуется заказывать микроконтроллеры из Китая, нам не потребуется в целом какой-то импорт, да, и у нас будет свои микроконтроллеры. То есть сейчас важно вот собраться в кучку и заказать. Вот. Ну, хорошо, с микроконтроллером понятно. Датчики, сенсоры. Что-то еще, провода. Датчики, сенсоры, компонентная база, все это есть в России. Все свое. Все свое. Причем вы даже не представляете, на самом деле, когда вот события начались, у нас к нам к офису стали приходить люди, которые вот в каких-то подвалах Санкт-Петербурга, вот вы знаете, мы электронику делаем, сами там пластины какие-то делают, сами чипы какие-то небольшие делают, ну, интегральные схемы по большей части, но все равно. То есть, оказывается, очень много людей этим занимаются и в достаточно кустарных условиях. Вот. Но при этом компонентная база сейчас в России есть. Вот. И вот мы сейчас производим роботов, у нас хватает всего. То есть, а вот эти вот как раз принтеры, что это у нас? Да. Что это? Вот один печатает ПроХайтек сейчас, да, в данный момент. Да, вот эти большие коробки – это система прототипирования. И нет, я просто хотел уточнить, это вот тоже идет как бы в набор франшизы, то, что вы поставляете, или это вы уже непосредственно каждый сам должен для своего клуба, если там у вас будет брать франшизу, сам для себя что-то должен придумать с 3D-принтерами? У франшизы там несколько уровней, да, то есть там базовая, продвинутая и так далее. Ну, тут я тоже не эксперт, вот, и в одном из уровней точно есть ПроТОС. Это система прототипирования. И по факту вот эта система тоже полностью наша, и в ней есть три головы. То есть голова — это рабочий инструмент. Первая голова — это 3D-принтер. Он двухэкструдерный, то есть вы можете печатать двумя цветами, работать с пластиком ПЛА и АБС, и есть подогреваемый стол. Можно заменить голову экструдера, убрать, поставить голову лазера. Вот. И вместо лазера убрать его и поставить, например, фрезу. То есть тут можно работать по дереву, выжигать, например, по дереву, и работать вот с пластиком, как 3D-принтер. Ну и в целом все материалы, которые подаются в фрезеровке и гравировке, их тоже можно использовать. Для, например, уроков труда или уроков технологии, как сейчас. Да, это очень здорово. Например, когда я был в Приморье, то... Это было довольно интересно, что учителя информатики прям все вокруг роботов столпились, а трудовик вот стоял и сказал, что мне, пожалуйста, вот это в кабинет, вот, и все. И вот оно у него в кабинете, и вот он сейчас с детьми занимается этим. Собственное производство компании Robo базируется на производстве компании Резонит. И давайте посмотрим, как у них тут все происходит. Зрители нашего канала видели, как уже собирается готовая продукция на таких вот линиях, и там, как и здесь, как и в других каких-то местах, все начинается со склада. Сначала клиент, заказчик покупает SMD-компоненты в лентах, либо сама компания Резонит закупает эти компоненты, либо платы для дальнейшего производства. И все потом после склада, здесь это сортируется, здесь все это пересчитывается, и потом отправляется уже либо на автоматическую линию, если это крупносерийное производство, либо на мелкосерийное, вот опытное они называют, это делается вручную. И сейчас мы и то, и другое посмотрим. А вот это вот склад компонентов, где товар, вот этот пока еще товар ждет того момента, когда все это станет каким-то готовым продуктом. Это линия автоматического монтажа, тут появятся платы, следовательно, начинается вот оттуда вот. Туда поступают печатные платы, они попадают в этот автомат, тут наносится паяльная паста. То есть ставится трафарет, сверху паяльная паста, и паяльная паста остается на площадках. Следовательно, дальше плата автоматически двигается сюда вот и попадает в манипулятор, который вставляет компоненты. То есть, видите, тут видны такие катушки, они отправляют компонент вперед, и там автоматически подходит манипулятор, цепляет и ставит на плату. Следовательно, тут становится часть компонентов, дальше вторая часть. В зависимости от платы, может быть, там 100, 200 и больше компонентов на одной плате. Следовательно, после этого это все переходит в печку нагрева. В зависимости от температурного профиля плата по-разному нагревается. И это зависимость от компонентов, то есть у разных компонентов разный температурный профиль, надо это все настраивать, каждый раз проверять, чтобы не было проблем. Я вот могу рассказать историю про Мэнси. Нам на другом производстве неправильно подобрали температурный профиль и испортили все наши Мэмсы. А Мэмс — это микроэлектромеханикал системс. То есть, например, гироскопы, акселерометры, датчики там, давления и так далее. То есть, если не подобрать правильно, то ему случатся проблемы. После этого это все передается сюда вот, и отдается на оптический контроль. И оператор сам проверяет, насколько хорошо была пайка, нет ли каких-то дефектов, делает базисный образец, который принялся за эталон. И после этого уже система автоматически проверяет все остальные платы. Это автомат перспективной пайки, тут появится выводной монтаж, то есть такие компоненты, которые проходят через плату. Типа вот таких разъемчиков или штырьков. Платы поступают в аппарат, и снизу поступает расплавленный припой. И вот так запаивают компоненты. Сейчас давайте пойдем в другой этап, посмотрим на другие операции при производстве плат. То есть вот тут вот у нас программируют платы, зашивает программу микроконтроллер и проверяет, работает ли плата. Потом зона ОТК. Вот, вот такая большая зона, сидят инженеры, проверяют работоспособность платы и изъяны. Следовательно, и тут небольшая зона автоматического, точнее, ручного монтажа. То есть паят какие-то хитрые компоненты, которые сложно паять автоматически, или, например, как мы говорили ранее, мелкосерийные партии. Как и в случае с любой другой производственной линией, в случае с робо тоже все заканчивается тем, что упаковывается и отправляется дальше, потому что это еще не готовое изделие, это полуфабрикат. Это должно быть корпусировано, протестировано, настроено, ну и уже дальше это все вот в обучающих целях будет представлено, как мы разговаривали, да, по франшизе или в самих вот этих робо-клубах. Давайте поговорим про микроконтроллер «Восток». Просто на самом деле я вот сейчас первый раз о нем услышал. Вот это то, что у вас сейчас в руках, это какая-то плата. Да, давайте я вам расскажу про «Восток». «Восток» на самом деле это не микроконтроллер, это общая система, по которой будут развиваться там российская промышленность и российская электроника. Ну, вкратце больше про контроллеры в ближайшие там 5-10 лет. То есть есть такая большая компания «ГК Элемент». У нее очень много дочек, и они занимаются разные виды разработки и производства электроники. То есть вот здесь вот у нас на самом деле российский микроконтроллер называется КБ-035. Его реально полностью разработали в России и произвели. Разработали в компании НИЭТ. Это такой Воронежский университет, в котором сосредоточены инженеры, которые занимаются спецификой как раз именно микроэлектроники. А потом эти чипы будут производить в компании Микрон. «Восток» — это на самом деле дизайн-центр, который находится в Владивостоке. И она сейчас прорабатывает линейку микроконтроллеров от таких простеньких до более больших. И планирует в течение 3 лет произвести около 2 миллионов устройств. То есть вся история про микрочипы, она очень дорогая и очень большой порог входа. Как с точки зрения технического, так и с точки зрения и экономического. То есть в среднем, чтобы сделать какой-то свой уникальный чип, надо потратить около миллиарда рублей и около 3 лет разработки. И после того, как вы это сделаете, вам надо заказать это в какой-то фабрике. В среднем заказывается от 5 до там бесконечного количества пластин. Пластины диаметра 200 или 300 мм. И в среднем на 5 пластинах помещается около 3000 таких вот микроконтроллеров. То есть от 5 пластин или от 5 штук? От 5 пластин. То есть и на каждой пластине около 2-3 тысячи микроконтроллеров. То есть в среднем, если вы хотите сделать какой-то свой уникальный микроконтроллер, минимально вам надо потратиться на 15 тысяч микроконтроллеров. То есть не получится так сделать там 1-2 тестовые версии. То есть 15 тысяч минимальная история. И потом, чем больше вы делаете микроконтроллеров, тем у вас цена уменьшается. И чтобы добиться цены соответственно, например, с Arduino, а в Arduino используется микроконтроллер компании Microchip 328P, вам нужно порядка 1,5 миллиона устройств делать в год, и тогда у вас будет цена в соответствии с ценой европейского аналога. Следовательно, мы надеемся сейчас совместно с кружковым движением объединить сообщество компаний, которые готовы этот чип использовать в своих разработках в России, и массово, скажем так, собраться и запросить большой тираж партии у ГК Элемента. После этого мы будем производить на российских микроконтроллерах свои устройства, поставлять в школы, университеты и так далее. Если мы в России не научимся сами разрабатывать микроконтроллеры, то можем очень попасть в печальную ситуацию, в какую попали сейчас, например, владельцы айфонов с приложением Сбербанк. Они просто не могут его скачать. И если мы не сможем там из Европы или из Китая получать российские микроконтроллеры, то у вас не будет ни машин, ни микроволновок, ни мультиварок, ни телефонов, ни компьютеров, ничего. И самое важное, что этот процессор делается на открытой платформе RISC-V, то есть это open source. И если люди, то есть и благодаря open source это можно масштабировать и продавать в другие страны, то есть заниматься экспортом. То есть, например, мы хотим, чтобы потом это продавалось в Индию, Китай и так далее. А все страны сейчас поняли, что если будет технология закрытая, ее могут пальцем отключить. И сейчас все стараются брать какие-то открытое железо, открытый софт и производить свое оборудование именно на таком железе. Следовательно, у нас на самом деле в России все хорошо с производством электроники в плане какой-то мелкой, все хорошо с производством плат и с монтажом плат. То есть нам не хватает только производства микроконтроллеров, и вся эта линейка будет зациклена. И мы сможем в России делать какие угодно устройства, за какие угодно деньги, если будет позволить рынок. Ну вот сейчас мы вот на этом же примере у нас получается, что 1,5 миллиона, то, что для Китая, допустим, это внутренний рынок просто-напросто, то для нас это большая проблема. То есть нужно собраться большой группой людей, кто разрабатывает какие-то устройства. Все должны быть на одном контроллере для того, чтобы вот этой вот большой кучей заказать, сделать какой-то вот заказ. Получается так? Ну, для начала это все очень сложно. Массовость, там есть... проблема массовости. Есть, да, две проблемы. Есть проблема, первая, нет специалистов, которые привыкли на этом работать. То есть почему вот все устройства делаются там на Атмеге микрочип или там на STM-ке или на Raspberry? Потому что это известное устройство, есть специалисты, которые на этом работают, они знают, как это делать, и они производят на этом оборудование. А мы хотим вырастить новое поколение инженеров, которые будут использовать российские микроконтроллеры. И в самом начале, ну, все сложные задачи, они в самом начале тяжело даются. То есть требуется много времени, много ресурсов, чтобы начать это все делать. Но как только это пойдет, это будет наращиваться. И, во-первых, как я уже говорил, у нас есть возможность выйти на другие рынки. Это Китай, Индия, страны БРИКС. Плюс в России, на самом деле, хоть и кажется, что рынок достаточно узкий, но вот у вас есть там машина, в нем используется, наверное, микроконтроллеров там 30-40. Есть там мультиварка, в ней там 2 штуки, есть телефон, в нем там штук 5, есть там какой-нибудь чайник, умная розетка и так далее. То есть только на одного человека может потратиться там, например, 100-150 устройств. А у нас в России около 150 миллионов. Вот умножаете на 150, и уже получается, что немножко покрывается. Ну, это если мы грубо берем эти 150 миллионов, из которых еще дети. Надо понимать, что самое важное, вот самый важный толчок, чтобы в России это все пошло, это, во-первых, помощь правительства, это желание компаний переходить на российские разработки и помощь от производственных компаний. То есть, например, если вы хотите заниматься ИОТом, есть IOTA стандартная, есть и IOTA, то есть промышленный интернет вещей. И вот там вот нужны дешевые микрочипы, очень, то есть там какие-то специфические характеристики, и они требуются в гораздо большем объеме, чем вам кажется. И если этот микроконтроллер будет использоваться в карточках, какие-нибудь там светофорах, какие-нибудь системы автоматизации, или там система отслеживания информации, там есть куча датчиков протечки, куча датчиков напряжения, всякие датчики воздуха и так далее. Если промышленность это все подхватит, а промышленность может подхватить за счет субсидий, то это вот, то есть не только рынок B2C, как нас клиентов, но и рынок B2G. А с рынком B2G это все пойдет очень быстро. Вот можно эту плату? Конечно. Таких плат 10 в мире. И 10 в России. Пока еще 10 в мире, да? И вот вы хотите сказать, что здесь полностью компонентная база, это вся российская? Российского производства? Ну, почти. Частично. То есть тут только FTDI-ка, не российская, но есть уже аналоги, в следующем году будет российская, и там, какие-нибудь разъемщики тоже не проблема. Все остальное это российское производство, и, соответственно, российская пайка. То есть в 23-м году уже вот эта плата будет полностью комплектующая. Значит, получается так, что когда вы наберете нужное количество заказов, а вот это пойдет в серию, а пока лишь это вот демо-версия. Нет, это уже пошло в серию. Цикл производства, как я понимаю, этих плат в районе там 100 тысяч начнется уже в конце этого года, и в среднем примерно через там 5 месяцев у нас уже будут эти микрочипы на руках. То есть самое важное это не плата, самое важное это микрочип. То есть ну, то, вот что... сам микроконтроллер, да, вот сам микроконтроллер вот, да. Который будет делаться на Микроне. На Микроне, да, вот мы были на Микроне, тоже снимали там видео, и я так понял, что у них тоже есть проблема именно массовое производство, они не вполне могут делать из-за своих ограничений каких-то. И на Микрон сейчас все надеются, что Микрон сделает и те чипы, и эти, и пятые, и десятые. Ведь там в расширении сейчас вкладываются какие-то большие средства. Все хотят уже в 2023 году, но Микрон может там расшириться минимум, если я не ошибаюсь, в 30-м. А что вы видите в виду под расширением? Ну, расширение, то есть увеличение производственных мощностей, переход еще на какие-то дополнительные техпроцессы, которые сейчас не делаются. Вот переход на новый техпроцесс будет через год. Он позволит делать флеш-память. И после того, как будет возможность делать флеш-память, вот такой микроконтроллер можно будет делать полностью на Микроне. А насчет расширения мощностей, вы уверены, что Микрон сейчас загружен на 100%? Я вот не уверен. Ну, уверен я или не уверен, то есть в каких-то беседах тоже со специалистами мне сказали, Микрон сейчас на сегодняшний день загружен на 100%. Правда, это было в конце прошлого года. Вот, как сейчас, но сейчас все говорят о том, что Микрон освоил, Микрон будет разрабатывать для автомобилей, для ВАЗа и так далее и тому подобное. Ага. Ну, такой риск, то, что не успеет это сделать, есть, но в целом это все посильная задача. И я думаю, они справятся. А вот ваши сегодняшние комплекты, которые вы производите здесь, в том числе, вот насколько они импортозависимы на сегодняшний день и насколько вы зависимы от логистики, какие у вас сложности на сегодняшний день вот, в распространении, не знаю, в производстве, то есть получить эти компоненты, установить и так далее? В начале этого года у нас возникли некоторые сложности с логистикой компонентов. Но это не критично на самом деле. Просто увеличились сроки, немножко увеличилась цена, но доступность пока имеется. У нас есть возможность как возить из Европы, так возить и из Китая. На самом деле сейчас мы получаем сертификат ST1 в промышленной палате как российский производитель. А после этого мы получим, хотим попасть в приказ Минпромторга 719, который означает, что мы тоже российский производитель. После этого у нас был документ, что там компания Роба производит такое-то оборудование, вот там-то, там-то. Это очень важный с точки зрения юридический документ, который подтверждает, что мы реально российский производитель, а не просто покупаем электронику из Китая, собираем в коробочки и продаем в школы. Ну вот что вы делаете для того, чтобы быть производителем, а не сборщиком китайских коробочек? Для этого там очень много надо собрать документов. Надо собрать как документы технические, так и юридические. То есть, например, показать, что у вас есть аренда на офисное помещение, на аренда на технологическое, на сборочное помещение, ну, точнее, не сборочное, а на производственное помещение. Показать, что у вас есть штат людей, что у них есть какое-то расписание. Потом показать техническую документацию, конструкторскую документацию, показать все закупки. И самое важное, это все, какая у вас доля импортных компонентов в себестоимости. Для нашего кода ТНВЭД это 90-23, необходимо минимум 50% российских комплектующих в наших устройствах. Мы эту грань спокойно проходим и, следовательно, не видим никаких проблем в том, что перейти полностью на российское. То есть сейчас у вас на сегодняшний день 50 и более процентов российских компонентов? Да. То есть, но мне там чуть раньше сказали, что вообще, в принципе, полностью может быть российским. Как только потребуется перейти полностью на российское, мы спокойно можем воспользоваться возможностью и перейти на российскую компьютерную базу. То есть этот КБ-035, который называется, в общем, «Восток», в России делается куча пассива, в России делаются там моторы, в России делаются там колеса, растекло и так далее. В этом нет никакой сложности. То есть, возможно, будут какие-то сложности с хитрыми компонентами, но от этого, к сожалению, пока не убежать. Но, надеюсь, мы это спокойно решим. Ну вот У вас такая специфика, вы, получается, просто создаете этих роботов для обучения. То есть могли бы вы расширить свое дело и создавать какие-то, не знаю, вот ваши дети, допустим, те, кто обучается, они могут из ваших компонентов делать устройство для умного дома, вот, да, и так далее. А можете ли вы сами расширить свое производство и начать делать российские компоненты для того же самого умного дома? Под наши не китайские, не вот, которые мы там все знаем с облачными серверами, а ну, какие-то свои, аналогичные, может быть, они будут лучше, может быть, сравнимые и так далее. Компоненты в плане микроэлектронных компонентов или в плане платы? В плане законченного продукта, который вы могли бы реализовывать на рынке. Ну, смотрите, у нас сейчас очень большая линейка, порядка 15 устройств. У нас есть как мобильная робототехника, так и антропоморфная робототехника, схемотехника, цифровая схемотехника, аналоговая схемотехника, 3D-принтеры, ЧПУ-станки, квадрокоптеры, нейроинтерфейсы, там всякие шагоходы, мобильные роботы ОТ и так далее. То есть у нас довольно большая линейка, и ОТ в этом тоже присутствует. Мы постоянно эту линейку расширяем, потому что наша вообще глобальная идея следующая, что к нам приходят дети, то есть мы хотим обучать инженеров будущего, и должны приходить дети и проходить некоторые линейки обучения. То есть сначала дети играются с технологией, потом они вникают в технологию, потом они изучают технологию, потом они повторяют технологию, а потом они разрабатывают свою какую-то историю. И в идеале, чтобы после того, как люди пришли, к нам и прообучались, от 5 там, до 7, возможно, 10 лет, они потом вышли и могли там сами создать плату или заказать в какой-нибудь компании, типа Резонита, сами купить компоненты, спаять, сами написать софт-прошивку, сами сделать корпус из, например, стекла или там литья, или из дерева, и собрать готовое устройство, и в идеале с этим устройством уже выйти на рынок, то есть получить какой-то MVP. То есть не быть пользователями готовых устройств, а создавать их с нуля. То есть… Но сами вы этого не хотите. Вы хотите оставаться в своем сегменте обучения. Так вот, если говорим про тот же там умный дом или там какие-то платы с ИОТ, они точно такие же, как для детей, для обучения. Да, да. То есть там та же примерно компонентная база, там тот же процесс производства. Просто для обучения детей нужно, чтобы это там было открыто, чтобы они могли потрогать, увидеть, что там внутри. Возможно, там более масштабно. А для IoT это должно быть просто более узко, там получше характеристики, там надежность, долгодействие, там какие-то маленькие размеры. И при необходимости можем туда залезть. Но мы пока даже не хватили рынок обучения. То есть… Ну, это, как говорится, для поддержки штанов. То есть какой-то побочный заработок, который позволит вашей компании развиваться. Ну, мы еще говорим про open source. То есть, например, в 2020 году, когда началась пандемия, мы взяли, придумали дешевый рециркулятор. То есть в то время завинтили цены, и сам дешевый рециркулятор стоил около 50-80 тысяч. А мы взяли и собрали из там водопроводной трубы и 2 микросхем рециркулятор за 3000. И выложили это все в открытый доступ. И к нам пришли 3 питерские компании и сняли про нас репортаж. Какие молодцы. И мы выложили это в открытый доступ. И любой человек может реально за 3000 собрать это дома, а не покупать готовое. И то же самое с другими устройствами. Все наши устройства тоже есть в open source, и мы тоже выкладываем открытый доступ к этой истории. И не обязательно, чтобы мы делали какие-то умные вещи. Есть огромное сообщество людей, которые делают там платы, микросхемы, какие-то готовые устройства. Мы хотим с ними объединиться, чтобы не мы одни сидели и там работали за всех, а чтобы все люди создавали какие-то уникальные продукты и делились с ними миру. Ну вот я вас слушаю, у меня такое возникает ощущение, что вы прям какая-то социально ориентированная компания, в которой вот мы вам всем поможем, а вы вот сами работаете, разрабатываете, зарабатываете. Ну, логично, если мы занимаемся обучением детей и думаем там о будущем, это социальный бизнес. И на самом деле вот вся наша история, то, что не надо делать закрытые технологии, надо делать их открытые, чтобы все, кто могли и захотели, могли модернизировать, принести свой вклад в общество. То есть если все будут со всеми делиться, будет лучше, чем все будут сидеть с какими-то там внутренними штуками. Справедливо, но потом приходит кто-то, там какой-нибудь Intel или Microsoft в эту область open source, это много раз такое было, и это становится, ну, не то чтобы закрытым, начинает диктовать свои условия, потому что они начинают в это общество вливать свои деньги, свои, и становятся главным генеральным партнером. То есть ну, мы все работаем по их правилам дальше, ну, уже внутри этого сообщества. Да, это большая проблема, ее надо решать. Вот, например, чтобы встроить в микроконтроллер Wi-Fi, надо заплатить денег за лицензию. Чтобы строить Bluetooth, надо тоже заплатить денег. Чтобы использовать, например, порт HDMI в компьютере или видеокарте, надо тоже заплатить денег. Mm-hmm. Поэтому сейчас у нас построен такой мир, где за все, что ты используешь необычное и новое, заплати кому-то денег. Это очень хорошо, если с тобой готовы делиться этим. Но сейчас, например, могут сказать, а мы вам не продадим лицензию на Bluetooth или Wi-Fi. И ты даже хочешь это сделать, заплатить денег и встроить свой микрочип Bluetooth, а тебе просто не дадут такой возможности. Так что это свои риски. И риски, по факту, это монополия. Mm-hmm. То есть большие компании являются монополистами, и все закрывают глаза на это. И нас это очень удручает. Open source, как бы это парадоксально не звучало, это дорого. То есть open source – это как такой общак, это сообщество, которое нужно поддерживать, и если сообщество не живет, то и open source какая-то система не живет. То есть первое, что мы делаем, это мы, конечно же, входим в все open source сообщества, софта, которым мы пользуемся, мы стараемся там по мере каких-то сил помогать. Проблема возникает в том, что open source делается энтузиастами, по большей части энтузиастов, то есть редко это бывает для пользователей, поэтому для open source нужна хорошая поддержка. Те же самые, например, CAD-программы, то есть мы используем для 3D-моделирования FreeCAD, то есть это open source система, но там довольно архаичный интерфейс, там каждый месяц-полтора, наверное, выпускаются какие-то новые обновления, которые могут просто-напросто снести весь интерфейс, сделать его новый, и поэтому приходится постоянно перерабатывать методические материалы под это. Но из плюсов под open source, конечно, есть хорошая документация, которую составляют ребята, в основном тоже энтузиасты. Ну, по большей части такое бывает. Поэтому основная проблема – это убедить вообще людей, что open source – это не так уж и плохо, потому что, концепция заплатил и навсегда она, недееспособна сейчас. Не полностью дееспособна, я бы даже так сказал, ладно, не буду говорить громких слов. И на open source многие переходят, потому что им приятно, что open source у него не заберут. Потому что над такими системами работает обычно весь мир, вокруг собирается. Вторая проблема – доказать, что open source может быть лучше, чем проприетарный софт. И тут тоже проблема, потому что не всегда open source лучше, чем проприетарный софт, а если лучше, то это нужно копать, откапывать, выкапывать какие-то интересные функции, которых не было, это нужно подстраивать программу и так далее. Ну вот и подошла к концу наша небольшая экскурсия. Я когда ехал сюда, если честно, то мне показалось, что это какая-то небольшая компания, которая там чуть ли не на уровне хобби занимается обучением детей с помощью роботов. Но после разговора в офисе, после того, как мы побывали на производстве, я понял, что это заметная такая IT-компания, хотя бы потому, что с их помощью обучается более сотни тысяч детей. И что меня поразило, в компании действительно молодых людей. Ребята прям горят своим делом, это все энтузиасты. Но у нас можно что-то поднять, я думаю, исключительно за счет именно энтузиастов. Так что хорошо бы, чтобы таких людей действительно было побольше. И, друзья, если вы захотите заниматься чем-то подобным, то вам, скорее всего, понадобится еще и ноутбук. И в компании Robo рекомендуют родителям покупать не очень производительные ноутбуки, чтобы не выходить за рамки бюджета, потому что высокопроизводительные все равно не нужны. Я для вас сейчас сделал подборочку в CityLink именно такого рода ноутбуков, которые могут пригодиться для того, чтобы заниматься с робототехникой, чтобы программировать, чтобы запускать этих роботов и так далее. Переходите по ссылкам в описании, так вы и поддерживаете наш канал, и посмотрите, что сколько стоит. Спасибо вам, друзья. Ну и на этом у меня, друзья, все. А завтра я иду в новый физтех, здесь же, в Санкт-Петербурге. Меня пригласили, когда выйдет это видео про университет, я еще пока не знаю, но думаю, что будет интересно. Пока!